Все, Леша, можешь начинать играть. Мы гуляли с ним по парку, мы знакомились поближе. Было душно, было жарко, липнул пух к моим ресницам. Говорит он, хочешь кофе или сок со льдом отведать? И в кафешке, что напротив, мы присели пообедать. Что на столах меню приборы, официант как нам подходит, открывает свой блокнотик, говорит он важно очень, мне подмигивая глазом. Что вы предложить нам можете? Только мы не кушаем мясо. Этот факт известен не был, я от шока подавилась. Дорогая, что случилось? Неужели ты не веган?